Масштабная экологическая акция началась ранним утром по всему району. На центральной площади города был представлен самый настоящий парад коммунальной техники. Заместитель руководителя районной администрации Михаил Каратаев дал старт общерегиональному субботнику. Областной субботник на территории Одинцовского района объявляется открытым. Ура! Ура! Всего по Одинцовскому району было задействовано 150 единиц техники. Помимо грузовиков и тракторов, субботники использовали дробилки для измельчения веток, малые средства механизации, бензопилы и культиваторы. Во всех 16 поселениях муниципалитета работало 108 пунктов выдачи инвентаря, где участники акции могли получить необходимый для работы инструмент – кисточки, грабли, лопаты. Основной акцент на втором областном субботнике был сделан на благоустройстве территории. Сегодня очень много родителей вышло, наших учеников и воспитанников. Это же замечательно, что мы их не пригоняем, они сами приходят сделать свою территорию красивой и нарядной. И мы вместе с ними радуемся. Сколько нас собралось, неравнодушных людей. И вы знаете, это очень важно весной навести порядок в том доме, где ты живешь. Я считаю, это очень хорошо, и это не первый раз. И понятно, что службы у нас каждый день убирают. Но то, что мы совместным трудом сегодня, я считаю, сделали большое дело для города, для нашего района, для Подмосковья, я считаю, это нужно. И это радует глаз, потому что сейчас будут буквально через несколько дней еще более теплые деньки, появится зелень. Вы знаете, так приятно, хочется только призвать одно. Давайте мы это все как можно дольше сохраним и будем поддерживать. В Подушкинском лесопарке появилось более 20 новых скворечников. Все желающие могли сделать новый дом для птиц своими руками. Сегодня уже не первый день, когда люди выходят, сказать спасибо природе, отдать свой долг окружающей среде. Это уже третий или четвертый в этом месяце день, когда по субботам люди выходят и, в общем-то, убираемся, готовим наш город, наши улицы, наши леса, парки, готовим к лету, к весне. Всего в экологической акции приняли участие 1143 организации Одинцовского района. Это промышленные предприятия, образовательные, культурные и спортивные учреждения, ветеранские объединения. Так, сотрудники многофункционального центра занимались побелкой деревьев и сбором мусора вдоль Красногорского шоссе. Это событие, когда можно выйти со всеми сотрудниками, не только находиться с ними на рабочих местах, а выйти за пределы. И субботник – тот праздник коллективный, который объединяет еще больше. По итогам основного общерегионального субботника было собрано и вывезено более 2500 кубометров мусора. Приведено в порядок 450 дворовых территорий, 96 воинских захоронений и 451 детская площадка. Было покрашено 1700 ограждений и побелено 13600 деревьев. Своим примером все участники акции показали, что они неравнодушны к чистоте нашего родного края. Ну а боевой дух и праздничное настроение царили на протяжении всего дня. Нет нам равных по силе, силе духа в бою. Офицеры России, дни и ночи в строю. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».